Что с зарплатой? По зарплате твердо могу вам сказать, что сокращаться не будет. Повышаться, я не считаю это правильным, если понимаете, в то время, когда мы не поднимаем зарплату самым низкооплачиваемым по стране, будем поднимать себе зарплату. Если говорить о том, что твердо, что мы будем делать в будущем году, это военнослужащим мы увеличим 1,62, и потом с 1 июня, июля позвоним 2,02, так? Это мы будем делать, будем индексировать, очевидно, пенсии. Вот это обязательно нужно будет делать. Я думаю, что настанет черед увеличения зарплаты и работников госаппарата.